В Сочи несколько часов спасатели тушили пятиэтажный дом. К этой минуте распространение огня остановлено, пожар ликвидирован, спасатели проливают сгоревшие конструкции. Всего пламя охватило 500 квадратных метров. Первый сигнал на пульт дежурного поступил около 6 часов вечера. Через несколько минут на место прибыли первые пожарные расчеты. К тому моменту огонь с мансарды перекинулся на нижние этажи. На место в общей сложности были стянуты 137 спасателей и почти 40 единиц техники. Тушили с вышек, из земли при помощи гидрантов пришлось подключить две дополнительные линии. Осложняло тушение штормовая погода. Сегодня мы проводили оповещение. Сегодня ветер от 15-20 метров в секунду. Это здание стоит на высоте. Вы видите, оно на гребне холма стоит, горы. Поэтому ветер, конечно, сильно нам мешал и раздувал так. По предварительной информации, пострадавших и жертв нет. Из горящего здания спасатели вывели 50 человек. Уже известно, жилой дом возведен без разрешительных документов и относится к числу самостроев. Об этом журналистам рассказал губернатор Кубани. Вениамин Кондратьев отметил, такие здания – пример бездумной и преступной застройки. По поручению главы региона сейчас в Сочи создан межведомственный штаб, задача которого – оперативно расселить эвакуированных из горевшего дома людей и оказать им всю необходимую помощь. По факту пожара будет проведена проверка. Thank you.